Всем привет, улички, ребятулечки! Вы на канале Просто Play For You. И сегодня в этом видеоролике я расскажу вам, как играть сразу в два аккаунта в нашу любимую игруху Vikings War of Clans. Без лагов, без скачивания каких-либо программ, а только с помощью нашего любимого Plarium Play. Так что всем, кому интересно, присаживаемся поудобнее. Берем с собой чаечек, бутербродик, либо другие вкусняшечки. Обязательно прожимаем лайкосик. Ну и, конечно же, полетели смотреть видосик. Масочка! Ну что, ребятулечки, на самом деле все очень легко и просто. Если вы хотите играть одновременно в два аккаунта в нашу любимую игруху Vikings War of Clans. Ну вот, допустим, у вас попался очень сложный соперник по битве кланов, который отжал у вас жизненно необходимую полочку по захватам и духам. И вам ее нужно срочно возвращать. Вы хотите запустить один аккаунт для того, чтобы бить духов или захватов, а второй аккаунт хотите отправить копать уберплиты. Но вам нельзя терять ни минуты, и вы хотите делать это одновременно. То все, что вам нужно сделать, это запустить диспетчер задач. Нажимаем кнопочки Ctrl-Alt Delete. Нажимаем диспетчер задач. Находим приложение Plarium Play. Нажимаем завершить задание. Plarium Play у нас сворачивается. Одно окно у нас активное, видите? Можем бить духов. Теперь вам нужно запустить приложение Plarium Play заново. Вот оно запускается, вот оно запустилось. Здесь мы выбираем второго просто плея. Нажимаем кнопочку «Играть». Вуаля, у нас запускается второй аккаунт одновременно. Первым, пока второй запускается первым, мы бьем духов. А вторым идем занимать уберплиты. Вот, мы бьем духов, мы бьем захватов, мы всех этим бьем. А второй аккаунт ставим срочно копать, как вы видите. И вот таким вот простым способом можно одновременно играть сразу в два аккаунта в нашу любимую игруху Vikings War of Clans. Без лагов, без скачивания каких-либо программ, а только с помощью нашей любимой Plarium Play. Так что, ребятулечки, всем, кому был полезен этот видеоролик, обязательно подписываемся на канал, прожимаем все уведомления, чтобы ни в коем случае не пропустить новые видеоролики, интересные стримчики, конкурсы, розыгрыши и многое-многое другое. Всем большое спасибо за внимание. Здесь для вас, как обычно, старается ваш просто Play For You. Всем счастья, здоровья и до скорых встреч. Всем пока-дава.